Всем привет! У каждого из нас есть дома или в гараже нейлоновые стяжки. Но не каждый из нас знает, что они могут. Я поделюсь своими секретами. Поехали! Две стяжки и сверло могут выполнить очень важную работу. Для этого надо на конец сверла прикрепить две стяжки и обрезать их, оставляя сантиметра 2-3. И вот у нас мини-миксер для краски. С помощью всего одной стяжки можно нарисовать любую фигуру. Для того, чтобы нарисовать круг, нужно вкрутить саморез, сцепить стяжку в кольцо и, надев на саморез, начертить окружность. Если вдруг случилось так, что отверстие, в которое надо вкрутить саморез, слишком широкое, на помощь придет стяжка. Нужно отрезать несколько кусочков и поместить их в отверстие. И после чего саморез будет стоять как вкопанный. С помощью стяжек можно быстренько соорудить небольшой органайзер для инструментов. Для этого надо сделать что-то наподобие цепочки. И повешать ее на гвоздик. И после этого можно вешать любой инструмент. Если вдруг так получилось, что вы работаете на наклонной поверхности и инструмент постоянно скатывается, тут опять придут на помощь стяжки. Прикрепив по одной на каждый инструмент, вы забудете, что такое скатившийся инструмент. Очень много инструментов без ушка, на которое можно вешать. Но не беда, почти любой инструмент можно повешать с помощью стяжки. Если вдруг получилось так, что надо зарядить телефон, а положить его некуда, то можно с помощью стяжек сделать вот такую конструкцию. И ваш телефон будет всегда заряжен.
Также с помощью стяжек можно сделать несколько веселых вещей. Вот, например, с помощью трех стяжек и трех подшипников можно сделать очень оригинальный спиннер. А еще стяжки могут вам помочь при испитии горячего чая. С помощью трех штук можно быстро соорудить ручку на стакан. Ну а с помощью еще двух штук можно сделать быструю подставку для телефона. Если ты беден как сокол, или если у тебя просто не оказалось шнурков, тогда стяжки тебя выручат, как никогда. Ведь они могут выполнять функцию шнурков. Собираешься в поход? Тогда тебе точно нужны две стяжки. Ведь с ними бутылку газировки будет нести намного легче. По идее, здесь в идеале очень поможет обычный ремень. Но если вдруг его не оказалось под рукой, тогда надо брать стяжку и не искать трудностей. С помощью стяжек можно привести в порядок пучок проводов. Для этого одной стяжкой обхватываем все провода. И после каждый провод отдельно обматываем индивидуально. И у нас получается вот такая вот красота. Надеюсь, был полезен. Всем пока-пока!